Всем привет, мои дорогие подписчики! С вами снова Марина Кляцкая. В этом видеоролике с вами будем делать резиночки для маленькой принцессы из желтых роз. Для начала я покажу, как я делаю вот такие вот розы. Эти розы я называю крученные и советую тем, у кого не получается, делать ее из ленты 4,5 см. То, что я и сделала. Здесь лента 4,5 см длиной 75 см. Смотрим дальше. Также возьмем кружево шириной 4,5 см и длиной 50 см стянем с помощью нитки и иголки. Так как у нас будет пара резинок, возьмем два таких отреза. Теперь сделаем саму основу для нашей резинки. Для этого возьмем фетровый кружок, а также ленту 1,2 см шириною. Прорежем наш фетровый кружок, через резиночку проденем нашу ленточку и эту петельку проденем через фетровую основу, которую в дальнейшем зафиксируем клеем. Также повторяем и со второй.
Листочки будем делать из ленты 2,5 см. На один такой листочек понадобится 4,5 см ленточка, 2 таких отреза. Слаживаем их лицом к лицу и спаиваем с помощью зажигалки. Далее вырезаем и повторяем все то же самое, что есть на видео. Приступаем к сборке наших резиночек. Для этого на кружево приклеиваем зеленые листья. А также я пользовалась тычинками, которые я делала сама. Видео мастер-класс можете найти под видео или в конце. Ну а сверху уже фиксируем наш цветочек. Ну и последним штрихом в наших резиночках будет маленькая стразинка в виде сердечка, которую клеим непосредственно на сам цветочек. Вот такие вот осенние резиночки у нас вышли. Делается легко, быстро, ничего особенного. Также заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мое видео. Будет много интересных идей. Всем пока!